Здравствуйте. Мне Дмитрий нужен, барбер. Рыжий такой длинный. На автомобильный, который работает? Да. Ну, то на Леонова. На Леонова? Да. Глэк Так, на такой. завтра хотите записаться? Да я бы хотел бы с Глэком пообщаться, Дмитрием. Ну, рыжий такой длинный. У вас же. Работает у нас, да, я могу записать вас к нему. А его нет сейчас, да, этого Глэка на месте. Длинного шнобеля. Сегодня не работает. А, не работает. Да я хотел бы, не знаю, может, все-таки вам, да, все-таки сам. Я человек-то не молодой, как вы поняли. Вот, в общем, Дмитрий такой рыженький, да, он длинный, еще шпала. У вас, правильно я понимаю? На Леонова работает, да, Дмитрий, да, старший барбер. Да. Вот я недавно был у него здесь, значит, внука приводил к нему, да. Какого числа вы были? Да вот на днях, вот ближайшее, недавно был у Дмитрия, когда вот у него прием был. Вот это, А да, в и был. воскресенье были? Или в пятницу? Да. Вот то ли пятница, то ли воскресенье. Да я же запутался. Ну, недавно, вот я был, внука приводил еще ему. Глэку этому шпали. Вот, и дело в том, что он же в школу у меня был, я малого отводил своего шипздика. Вот, а этот ваш Дмитрий Барбер, этот рыжий черт, он моему внуку, извините за выражение, половой орган на затылке сделал. Прям выстрих, половик. Его кизяком, ну, теперь называют в школе, понимаете? Из-за этого Глэка, вашего шпала, длинного Дмитрия. Что, как мне, не знаю, куда, что обратиться Поставьте, тоже. пожалуйста, ваш номер телефона и ваше имя. Я передам жалобу администрации. Да, В отдел да. качества. Антон Сергеевич Коростин. Коростин, напишите назад. Коростин фамилия. Коростин. Коростина. Дмитрия было вот этого вот на Леонова, который главный барбер у вас, Глэк, там шпала. Чисто рахит, вот этот Номер рыжий. телефона вашего тоже оставьте, пожалуйста. Рыжий вот это ржавый такой весь, ржавый, вонючий, зачухан еще. Это, Номер телефона вашего оставьте, пожалуйста. вонючка это, козел, козлодунья, Глэк, шнобель, ишачок. Значит, моему внуку, да, шипздику, половой орган Оставьте свой назад. номер телефона, я передам Да, вашу жалобу. плюс 7, да, там, 982. Все хорошо, передам вашу А вас жалобу как зовут, администрации. Светлана, да? Вы позвонили в колл-центр Барбершоп Бати. Я передам вашу жалобу. Как Батуа? Не понял вас. Куда позвонил? Колл-центр. Ну, понял. А куда центр этот связывается? Колл-центр Барбершоп Бати. Я передам вашу жалобу. Завтра в течение дня вам позвонят. Кто позвонит? Дмитрий, это Глэк. Администратор. Администратор Барбершоп Бати. Я понял. Пусть сразу звонит. Я, кстати, москвич себе купил третий. Москвич. Москвич машина, вы видели, стоял серебристый такой, темный асфальт, подъезжал к вам. Не видели? Не обратили внимания на мою пулю? Акулу ничего, никак не ёкнул Всего доброго, вроде. мужчина. Завтра с вами свяжутся. До Акулу свидания. купил себе москвич. Похуй, да, скотина. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя, по специальной ссылочке снизу, она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первый квест операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Здравствуйте. Вы позвонили в Toyota Center Южно-Сахалинск. Опа. Напоминаем, что мы находимся по адресу улица Ленина, 557. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
Алло. Алло, слушаю вас. Да-да, меня слышно, да, я так понимаю? Здравствуйте. Да. Представьтесь, пожалуйста. Светлана, да? Меня Юлия зовут. Это не важно абсолютно никому здесь. По поводу консультации по автомобилям, пожалуйста, соедините меня. Как вас представить могу? Коростин меня зовут. Фамилия Коростин, Валера меня зовут. Ожидайте, соединю с менеджером. Спасибо, я депутат. Побыстрее, пожалуйста, поторопите там. О боже, как же нравится проснуться ранним утром, когда птицы за окном напевают песенку. Как же хочется открыть холодильник свой, покрыв кусочек пиццы в микроволновке и насладиться им. Утро начинается не с песни и не с пляса. Утро начинается с кусочка пива и кусочка пиццы. Боже, как красиво это, и мне нравится безумно. Пицца нравится вчерашняя. Пицца бывает разная, бывает красная, бывает желтая, прекрасная, с приправками и разная. Валерий, добрый день. Меня зовут Александра, менеджер отдела продаж ТТ-центра. Добрый вечер вам. Я вас приветствую. У нас утро. У нас тоже утро, мы с вами с одного города, я сам местный здесь. Я депутат, может, узнаете. А почему говорите «добрый вечер»? Я это по привычке у меня, я просыпаюсь по всему вечеру. Ясно. Ничего страшного, Светлана, я вас услышал. Ну, как Александра. У вас? Да, это тоже мелочи жизни, такие вещи здесь не учили. Здрасте. Здравствуйте. Мне менеджер-консультант нужен. Да, я вас слушаю. По поводу Тойоты. Да. Вот. Давайте проконсультируем. Да, да. По наличию, пожалуйста, аппарата проинформируйте. Конкретно интересует 200-й, 300-й крузер. Ага. Да. Конкретно, так. Смотрите. Сейчас. В наличии, да? С именно пробегом. Можно и с пробегом, можно и без. Ну, я без понимаю, пробега нет, да, так как у, да, на них сейчас, да, это. Есть с пробегом у нас 200-ка. Ну, с пробегом, это как моя бывшая. Ну, ничего страшного. Ты еще походишь. Ну, называется. Да, типа того. Походит. Я понял. Смотрите. 39 тысяч пробег, 2018 год. Черного цвета. Черный, да. Бензин. Да. Бензин. 7900, правый руль. Подойдет правый руль вам? Ну, правый руль, конечно, нежелательно, потому что я так человек серьезный, не какой-то, извините меня, женскополый. Косой, вот. Да? Правый руль это для женщин в основном. Да ну. Женщина только. Мужчина на правый руль не сядет, только женщина. Это депутат. Для японцев. Ну, понятно, так-то. Япончик. Я понял. Да я не японец, а нормальный. Да. Нормальный. Все, поняла. Теперь уже определились, с кем я разговариваю. Да, будем искать депутат. Что-то с левым рулем. Пожалуйста. Ага. Так, есть у нас еще комиссионная 300-ка стоит. Понял. Ну это уже 13. Белого, да, цвета дизель. 13. Белого цвета. Понял. Да, да, да. 13 900. Вы видели, наверное, в объявлении, да? Вот она я дизельная. Видел, да. Ну, слабая она дизель. Угу. Понятно. Угу. Я по BMW есть у вас? Вот. Нет, ничего нету. Есть у нас 570-й Lexus LX. Так, 2016 год, цвет тоже белый, 39 500 пробег. Это который за 13 500 аппарат, да? Это который 10 500. А, 10 500. Это уже, а, я вам, ну, сейчас, да, про Lexus говорю. Lexus 500. Да, вы сказали, что дизель для вас слабоват, вот этот вот белый. Я вот, да, вам решила предложить LX 570. Я понял. А Toyota Camry вот сейчас в наличии нету? Нет. Mm-mm. Ясненько. Ну а вы сами на каком аппарате-то передвигаетесь? Я вообще на Филдере передвигаюсь. На чем? На Филдере. Это что, Toyota? Ну да, Toyota. А нормальных машин нету, да, у вас там не продают? Ну, смотрите, у нас есть новые Равы 23-го года. Они прям новые, без пробега. И Хайлендеры.
Вот. Хайлендер в разной комплектации. Есть стандартная и максимальная комплектация, в которую включен полный зимний пакет. Хайлендер белого цвета, 23-й год. Япончик. 23-й год аппарат. Но я депутат, понимаете, да. Я человек необычный какой-то, а не гражданский, обычно с улицы пришел. Хорошо, я поняла. Вам нужен такой представитель. Хайлендер разве автомобиль? Вам побольше нужен, да? Да, мне Хайлендер это для женщин. Ну, цена... Давайте мы под заказ для вас привезем танк. Нет, танк 300. Не надо, спасибо. Я как-то в армии служил, там на танке ездил. Не понравилось. Ну, понравилось, но сейчас не хочу уже. Мне уже, ага. Как говорится, 54 года. Да, это не уже, это еще. Разве ж это уже? Знаете, честно сказать, да, я полностью с вами согласен, вы не всегда. Вот, я вчера праздник был, вот это 8 марта, кстати, с прошедшим вас. Вот, так я вчера, так сказать, доказал девочкам, что старый конь борозды он не портит, вот. Вот. Я своего бога. Так что не надо говорить уже. Да. Надо привыкать, продолжать говорить еще только. Я понял. Спасибо, приятно. Спасибо за комплимент. Так я просто про то, что я вчера своего бугая выгуливал. Поняла вас. Да. Про кого вы сейчас говорите. Да, да. Вот. Так, а когда можно приехать посмотреть 200-е? А каждый день мы работаем с 9 до 9, так что приезжайте, будем вас ждать. Да я понял, приезжать. Так, а по поводу комплектации, меня вот проинформировать, чтобы я знал, там музыка какая стоит, ну, чтобы бас был мощный, чтобы 808 было слышно. О, ну да, приедете, здесь вам все покажу и расскажу, и познакомимся как раз таки. О, так может мы с вами тогда вообще, так сказать, семьей станем? Не знаю, приезжайте, посмотрим. Вот, ну это прекрасно, мне уже нравится, заинтересовало. Но я на BMW приеду. Хорошо. У нас, кстати, есть трейдинг. У нас в России левый рынок. Да не, я приеду на BMW. Программа работает. Хорошо, приезжайте. Когда я вас могу ожидать? 530D вам о чем-нибудь говорит вообще BMW? Нет, ни о чем не говорит. BMW. BMW. Ну, BMW это не Toyota, конечно. Ну, ладно. Ну, это да. Вот, потому что BMW это лучше, чем Toyota. Ну, знаете, разные люди, разные вкусовые предпочтения. Кто-то, ну, может, понятно. С вами поспорит. Кого-то я вообще вкуса не нет, стану. Поэтому покупают Toyota. Ну, да. Как говорится. Да, вот. Ну, ничего страшного. То есть комплектация максимальная, да, Светлана? Да, 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 все... Ну, я понял. По поводу подушки безопасности, угу. Она там имеется вообще в ногах или нет? У меня конечно, просто ноги короткие, боюсь удариться. Есть, да? Нет, все есть. Я понял. Все подушки безопасности. Есть. Можете меня называть Николай. Все для вашего комфорта там предусмотрено. Называйте меня тогда Николай. Николай? А, хорошо, давайте вас возьмем. У меня такая кличка была с детства, Коленька. Типа карлик. Ясно. Я понял, Светлана. Что, ну, интригуете хорошо, да. Теперь уже? Да. Да не, я просто, так сказать, немножко намекаю на то, чтобы мы с вами, сказать, одним звеном этой цепи стали. Понимаете, о чем я? А что вы так быстро-то? Я же еще даже вас не видела. Я вас услышал, и я что-то какая-то вот искра между нами появилась. Да? Да. Вот, едем на новой. Ну, хорошо, приезжайте тогда. Подготовлю автомобиль. На какое время? Ну, я думаю, где-то так. Ну, я завтра хотел, конечно, после обеда подъехать на BMW. Вот у меня BMW в сервисе. Ну, хорошо. Давайте завтра после обеда. Я на BMW приеду, с сервиса заберу, и там масло вытекает. Угу. Хорошо. Хорошо. Все, тогда к обеду я подготовлю автомобиль и буду вас ждать. Хорошо. А мне подъехать как вас там найти, вы где там будете? А подойдете на стойку администрации, скажете, что вам нужна Александра, вас девушки направят. Я понял, а Светлана там будет? Ну, мне вы нужны. Нет, меня зовут Александра, вы перепутали. Я думал, вы это так прикалываетесь, типа кличка такая. Нет, я не прикалываюсь, что мы настоящие. Просто у нас как принято, у нас как на Сахалине есть такая пословица про Александра, знаете, да? Нет. Вот, ну...
Я вам потом скажу. Ну, ничего страшного, знаете. Ну, хорошо, завтра приедете и расскажете. Не, просто если женщину зовут Александра, здесь проблем меньше. Вот если мужчина, у меня просто знакомый был Сашенька. Ну, а вот если мужчина Светлана, вот это уже проблема, да? Ну, это да. У меня просто знакомый был Сашенька, дурачок там один. Он вообще на Шкоде ездил, царство небесное. Машина сломалась, 1,4, представляете, объем двигателя, 1,4. Угу. Так этот дурачок хотел еще турбануть ее, там стейдж поставить, а на дисках австралийских ездит, представляете? Австралия диски для Шкоды сделала. Капецкая, да, это так лом, конечно, редкостный дурачок, но ничего страшного. Так, ну хорошо, так, к Светлане, да, подойти? К Александре. А, я понял, вас не будет на месте? Я Александра. Не, я понимаю, мне вас там нужно, я же с вами хотел бы пообщаться. Так я и есть Александра, мое имя Александра. Что-то я ничего не понял. Светлана? Нет, Александра. Я понял, я Кайка Садес. А? А? Не, я понял, я понимаю. Что вы говорите? Я к вам подъеду, мне подойти на ресепшн, так называемый, на эту стойку, да? Да, и спросить Александру, это я, и я вас уже буду завтра ждать. Я понимаю, а кого спросить-то? Александру. Зачем мне Александра? Мне с вами хотел бы пообщаться. Потому что Александра – это я, это мое имя. Это настоящее имя? Конечно. А, вон оно как, все загадочно. Александра Сергеевна. Пушкина? Нет, Пушкина. Вот тут вы ошиблись. Ясненько, здесь уже, конечно, немножко. Ну, ладненько, это все лирика. Вот, ладно, так, завтра. Это белый цвет, да, или черный? Черный, да? Черный. Я понял, черный как негр или просто как черный? Черный, очень красивый черный. Понял, то есть не черный... негр. Не негр однозначно. Не я негр, понял. нет. Я понял. То есть заодно это... приготовлю, вдруг Lexus вас 570-й еще заинтересует. Подготовлю не, его. Lexus это для белый. Женщин. Это для женщин оставьте. Так это внедорожник 570-й. Ну понятно, женский внедорожник. Lexus это же для женщин сделали. Да? Ну ладно. Хорошо, тогда у нас все будем депутаты, если смотреть на Lexus, вы знаете. У нас все здесь, вы знаете, да, депутатов местных сахалинских. У нас они все на Lexus ездят. Женщины. Нет, я не знаю, конечно. Я лично с ними не знакома. Ну, я вас познакомлю. Вот это все мои друзья. Я сам депутат местного разлива. В смысле созыва. Хорошо, я вас услышал. Так, значит, подъезжаем завтра. Вы увидите BMW такая у меня, 530D. Ну, там услышите по звуку, она у меня на стейдже. Столько сервиса заберу и подъеду там. Ну, седан пятерка. Хорошо. Я буду вас ожидать завтра. Да, и то есть я подъезжаю, сигналить не нужно, да, просто подъехать? Нет, не надо, просто заходите, и я вас встречу. Я думаю, я вас узнаю. Да, я просто... Увижу да, ваш автомобиль и сразу пойму, что это вы. Не, вы меня узнаете не по автомобилю, а по походке. Вы видите уверенного мужчину. По походке? Ну, хорошо. У меня ясно. Походка необычная. Меня особая ноги примета запомнила. У меня ноги нет, если что. Что? Еще раз скажи, пожалуйста. Нету, одной ноги нету. А, ноги нет? А, у нет. Меня там протез, ноги может, нет. Ну, там ладно. Не заметите особо, там деревяка у меня. Ясно. Хорошо, тогда я подхожу на ресепшн, спрашиваю Светлану, да? Александру. Я с вами хотел бы заключить договор. Я Александра, я Александра. А я кто? Слышите? Да. А вы, так мне на Зеленского эпоху Валерий, в Украине нет царя, имени, а я не украинец. Николай, диктатор тогда в Сирии Африки. Так, а Россия – это раковая опухоль планеты Земля. Ну, мы же договорились. Я буду с 9 до 9. Мы договорились где-нибудь к обеду. Вы сказали, что вы с сервиса заберете свой BMW и подъедете да, на нем к обеду. Там еще чек загорелся. Сейчас буду узнавать. 530-е у меня. Прокачу вас заодно, хоть поймете, что такое машина нормальная. Хорошо, договорились. Вот, хорошо. Так, а это сколько там по времени займет, чтобы оформить все это дело? Ну, купить, я имею в виду, без трейдинга. Так мы же еще автомобиль, не посмотрели. Не, ну это тот, который у вас на сайте, да? Да. Вот этот я вам предлагаю, черного цвета.
понял. Ну, он с пробегом и правый. Нет, ну как бывший мой. Левый только дизельный белый стоит. Так, дизельный белый. Так, это вы мне какой сейчас? Вот этот, который за сколько цена у него черный? 7900? Да. А, так это подождите, это у вас 7278 он стоит. Подождите, подождите, сейчас я к компьютеру подойду, я отошла уже. Не, я просто на сайте. Так вот мы его рассматриваем, белый. Правый руль. А, это 300-й правый руль, да? Да, 200-ка праворульная. Не, черная. Не, черная 200-ка. Значит, на сайте у вас нет аппарата этого. Нету его, что-то. Ну вот я и говорю, приезжайте завтра, посмотрим все, что есть, вам покажу. Хорошо, я вас услышал, прекрасно. Мы же уже договорились. Да, по поводу Тойоты, я понял. 6995, ага. Да. 18-й год, 39 тысяч пробега. Правильно? Так, 18-й год, да. 39, вот это его, да, угу. Посмотреть. Да. Хорошо, да, это вот я как раз его и смотрел с коллегами у себя в депутатском кресле. Я его как раз аппарат рассматривал. Mm-hmm. Да, ничего такое. Конечно, слабенький, тут лошадей-то маловато будет для меня. Ну, что, думаю, пойдет, мы все равно так на рыбалку ездим на нем, так чисто в лес с грибами. На такой стыдно по городу ездить, от Тойота. Да ладно? Не, да у меня ладно. Для города BMW есть, на ней хоть не стыдно. Это Тойота так, для деревни. Ну, мне уже хочется посмотреть на вашу BMW. 530D. Просто напишите в интернете 530D. Сейчас. G30 кузов, G30. Сразу поймете, что там серьезный аппарат. Ну как? Какой год? 2019. Ну да, вижу. Угу. Уже 30. Конец 2019. Кузов 20. Угу. Вот, на таком я буду вас катать сначала. Ну хорошо, договорились. Теперь знаю, что мне ожидать. Да. Какую машину, какой автомобиль высматривать? Наш семейный, завтра. Наш, так сказать, наш первый семейный автомобиль. Вот. Ну хорошо, Светлана, тогда я на ресепшн подхожу, говорю, Светлану, пожалуйста, да, и вы мне сразу подойдете. Да. Я понял. А что тогда, вы со мной не будете дело, ну, в смысле, показывать лично вы? Почему я буду? Лично я вас буду ждать. Так вы же Александра. Так я и так вы меня Светланой называете, я уже нормально нет, смирилась. Нет, вы сказали, Светлана там будет, а я говорю, Александра, вы зовут. Нет, я не говорила Светлана, я говорила Александра, но вы упорно продолжаете называть меня Светланой. Ну, раз вам так да, запомнилось, нет. То нет, ладно. Нет, просто бывшую звали Светлана. В любом Светлана. Случае, я буду ждать вам завтра, вас завтра к обеду. Не, вы не подумайте. После того, как вы заберете с сервиса свой автомобиль. BMW. Да, BMW. Вот, у меня просто бывшая Светлана от вагиноза померла. Ну, это мелочи все. Что Светлана? Светлана от вагиноза откинулась. Ну, сами понимаете, у нас на Сахалине какая, блин. Плавала, и в итоге краб залез туда, куда не надо. Вот, ну, ничего страшного. Я ни о чем не жалею. Каждое отношение это есть новый опыт. Опыт он бесценен, поэтому. Ладно, Светлана, тогда до завтра, да. Да, до завтра, Николай. Все, хорошо, целую вас, обнимаю. До встречи. До свидания. Пока-пока. Пока. Да. Все, у меня теперь секс будет в Сахалине.